выехали. Обожаю елку. Так, мальчики будут у бабушки с дедушкой. Да, мальчики? А мама поедет в магазин. Да, пошлите. О, а дедушки что, нету? Так, а ты что горло не застегнул, молодой человек? Сам болеет. Да? Не надо. Вообще-то думала не снимать влог, но так как мы приехали в кондитерский магазин, думаю, надо же заснять. Вот он, кондитер Юга. Находится на втором этаже, нужно заходить вот в эту дверь. Но он с 23-го уже вот здесь вот на первом будет. Вот тут вот будет. С 23-го он не работает, а 25-го открытие на первом этаже, родня. Так, пошли. А ты заходила сюда уже? Еще не раз? Вот мы заходим, и вот дверь. Направо вот. Кондитер Юг. Нам тоже. Так, что тут есть? Вафельные. 10 штук, 100 рублей. Всякие эти. Для вот 50. Сушеные ягоды. Здравствуйте, вам помощь нужна? Все, едем домой с Антохой. Афоня остался там, бабушки с дедушкой. Гриша идет пешком, в общем. С Гришей мы не договорились. Вернее, мы ему сказали, иди, выходи, мы тебя встретим. Но мы уже проехали, мы еще там долго сидели, ну, минут, наверное, 15 сидели. А он только возле мазыкалки, а мы уже до магнита доехали. Ну, короче, идет пешком человек. В магазине хотела поснимать, в кондитерском там нельзя снимать. Ну, нельзя так нельзя. Поэтому я ничего не снимала, купила коробочки. Вот ездила специально за коробками. Взяла еще несколько формочек, которые, ну, якобы должны мне понадобиться. Не знаю, правда, понадобится или нет. И на коленнике. На коленнике же мы уже давно купили. Антоха вот сейчас забрала, будем с ним учить уроки, а я буду делать тесто пряничное. Вот покупки в таком пакете. Пакеты там выдают без... Ну, не выдают, там берешь их бесплатно. Значит, он очень удобный, этот пакет, именно для того, когда берешь коробки. Потому что все тогда отлично. Две формочки. 120 рублей каждая. Вот видела такое сердечко интересное. Мне кажется, здоровское будет на следующее 14 февраля. И вот такие вот мальчиковые кораблик, самолетик, паровозик. Ну, мне кажется, такие вот машинка. Формочки такие всегда нужные. Ну, я взяла чисто из-за самолетика. Мне захотелось, если честно. Все остальное это коробки. Взяла 20... Эти вот 20 на 20, да. Вот 20 на 20 крафтовые. С вот такой вот гладкой, как ламинированной внутрянкой. И они для пищевых прям очень хорошо. Следующие коробки. Еще раз повторюсь про коробочки, потому что походу не записалось видео, потому что памяти не было. Но сейчас я все освободила. Вот еще коробки 12 на 20. Они тоже крафт, тоже с такой внутренностью ламинированной пищевой. И они, не помню по сколько рублей, вот эти, по-моему, по 15, а 20 на 20, по-моему, по 30. Ну, по-моему, я не помню. Чек потом покажу. Вот, десяток тоже таких взяла. А вот подложка. Это меня попросили купить, 32-я подложка. Это еще коробочки, 10 штук, вот такие серебряные, они тоже 12 на 20, с прозрачными крышечками, это они стоят точно 30 рублей, я их цену увидела точно, такие они красивые. Это я себе купила подложки, 5 штучек, их можно обрезать, они не усиленные, они... Я их обрезаю в коробку из-под капкейков на 12 штук. Делаю на них тортики, которые пряничные. Затемнило. Все, я взяла 5 штучек. И одну мне попросили купить усиленную подложку. Она вот как 2А4 листика. Примерно для двух цифр. Все купила золотишко. Это кандурин золотой. 100 рублей стоит вот такая баночка на развес. Как я покупала кандурин? Это главное, чтобы баночка была золотая. Вот видите,
кондурин окрасил баночку, потому что значит он очень золотой, хорошего качества. А есть такие кондурины, которые там какие-то фирменные, но баночка у них прозрачная, она не окрашенная. То есть видно, сколько его здесь насыпано. То есть кондурин ваш будет плохо красить. А вот этот, вот такой вот кондурин, непонятно какого производства на самом деле, ну, там у них это все написано, да? Но здесь никаких опознавательных знаков нет, но коробочка вся золотая. Значит, он хороший, он окрасил коробку, он окрасит вам в золотой цвет и айсинг. Все как нужно, будет плотным и золотым. Поэтому кондурин я выбираю только по тому свойству, чтобы банка была золотая. Вот это золотая полностью. Расскажи, что мы делаем. Мы сюда намигаем. Я телефон на тон сам взяли. Антоша учит уроки, да? Я уже. Гриша на карате, а мама сейчас пойдет. А папа пряники. На волейбол. Да, нет, Зай, уже сегодня не получается до бабушки. А читать принеси, что там читать будем сейчас читать. Никто не хочет учить уроки, да? Ага, Лила, мама, Лила Бестинка сидела, типа и... прям как ты, да? Ага. Сколько имена забыли. Да? Да. 4 утра. Я только иду спать. Делала пряники. Вот они все. 23-му. Завтра буду упаковывать. Сейчас они хорошо подсохнут. Некоторые еще нужно будет доделать. На один вот глазури не хватило. Ну ничего страшного. Доделаю завтра. Ура! Ура! Спасибо, классно, ребята! Спасибо. Даже не снимаю влога уже второй день, потому что вот так вот проходят мои дни. Это прянички. Сейчас вот повезу их в детскую. И вот еще здесь 4 коробочки для учителей. Вот такая вот красота. Вот так. Вот такие вот. Именем. Все аккуратно ложу. Что еще здесь? Вот такие вот с 23 февраля. И еще сразу с 8 марта.